это самое. Все вроде бы. Я вам хочу. Да, не надо. Мне не надо ничего говорить тогда. Интересные вы какие. Сейчас я буду стоять и молчать. Пусть кричит я. Ну, а как мне не кричать? Не знаю, как вам кричать. Отойдите от меня. Что ко мне? Потому что отойдите от меня. На полтора метра. Прижали. Да, можно мне. А мы еще сами. Они настраивают народ. Вот что нас сейчас трогать? Мы мирно бы собрались, поговорили, выразили свои требования. Может власть выйти к народу и спросить: народ, что вы хотите? Может? Нет. Ни один руководящий работник ни разу не вышел. Это началось еще с того, как мы за Фургала начали выходить. Кто-нибудь вышел, спросил? Нет. Никто не вышел и не спросил. Они выйдут, спросят когда-нибудь: вы как живете? Может, вам зарплаты хватает или нет? Никто не выйдет и не спросит. Они только цены поднимают на бензин, на питание, на все. Они уже вывезли весь лес с нашей страны. Они уже все разграбили и грабят дальше. Вот и все. А что он пришел? Да не показывайте вы им конституцию, им все равно. То, что мы имеем право говорить. Абсолютно. Они думают, что дети еще вырастут и будут на хорошей работе и получать хорошие деньги. Не надейте, совести у вас нету. Вот да и все. Давно вы же сами понимаете, нету. Что в стране творится. Понимаете? Они должны народ охранять. А они охраняют олигархов. Вот и все. Потому что кто? Платим мы, а охраняют олигархов. Раньше милиция была в Советском Союзе. Вот вас для какой цели переименовали в полицию? У меня слово «полиция» вызывает фашистов ассоциацию. Вот слово «полиция» — это фашисты. Нас в Союзе так воспитывали. Зачем вы согласились, чтобы вас переименовали-то? Вам самим-то не стрёмно. Они специально переименовали. Ну, правильно. Вот когда полицию, милицию переименуют в полицию, значит, все. Это конец, значит. Я не знаю уже, как дальше говорить. Хабаровск, не бойтесь, люди, выходите. Если мы не выйдем, кто спасет наших детей, нашу страну? Ну, оштрафуют нас. Ну, убьют в конце-то концов. Но мы когда-то все равно умрем. Какая разница? Зато мы страну свою восстановим и спасем. Чем-то надо рисковать. Все говорят, вот если Путина не будет, значит, будет еще хуже. Да не будет хуже. Вы хотя бы попробуйте. Может, те, кто придет к власти, остановят вот это воровство. Может быть, остановят. Но будет хуже, значит, еще будем выходить. Но пробовать-то надо. Вы посмотрите. Они равняются на заграницу. Посмотрите, какие там сильные профсоюзы. Как там живет народ. Там социалка очень хорошая. А у нас? Какая у нас социальная помощь? У меня племянник инвалид. Парализованный. Как, пока было еще не пожизненно, ему давали первую группу. Как только дали пожизненное, граждане, вторая рабочая. Это нормально? Граждане, вы принимаете участие в несанкционированном публичном мероприятии в форме митинга. Да слышали мы уже. Требую прекратить вот противоправные вот действия. Молчим, нам затыкают рот. Хабаров, выходите, поднимайтесь. Надо учиться отстаивать свои права. Не бойтесь. Требую разойтись. Вся Россия граждане, встала. Требую разойтись. Вы принимаете участие в несогласованном публичном мероприятии. Указанное действие является административным правонарушением и будет рассматриваться как нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга. Требую разойтись. Вы не рабы. Вы не рабы. Рабы не мы.
Мы родились на этой земле. Мы живем на этой земле. Мы имеем право находиться там, где мы хотим. Граждане, вы принимаете участие в несанкционированном публичном мероприятии по армии Это не митинг. Указанные действия являются административным правонарушением. Вы будут рассматриваться как нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга.